Я не знаю, если меня будет слышно, я попробую, но я просто хочу это показать, потому что я, конечно, когда увидела первый день эти ванды, я была в полном восторге, как человек их выращивает. Это просто настолько потрясающее зрелище. Такие краски, такие ухоженные они у него все. Я разговаривала с ним долго. Это просто он их для шоу вот так вот замачивает корешки и выкладывает их в больший горшок. Но выращивает он их под крышей, получается, в крытой теплице. Им нету ни дождя, ни солнца. Он их сам поливает летом каждый день. В общем, это настолько красиво, что меня это просто поразило. Я никогда не видела такое разнообразие красивущих ванд. Так красиво оформлены. Обалдеть. Тут стоит аромат. Обалденный, конечно. Очень большой шум. Очень много цветущих разнообразных. Я обычно не разговариваю здесь, но неудобно, и как бы кто-то отвлекает. Ну вот, думаю, ладно, сниму немножечко и поболтаю. Посмотрим, получится, не получится. В общем, такая красота. Посмотрите, какое разнообразие просто красок. Ванды – это, не знаю, конечно, я понимаю, королевы у нас котлей. Это, наверное, на этом шоу это для меня, конечно, были прямо, ну, ухоженные. Но настолько ухоженные, настолько красивые. Он, кстати, на заднем плане. Это моя любимая с нашего клуба. Это просто не то, что мой идол. Это эталон выращивания орхидей. Я учусь. Уже дело к закрытию. Я приехала просто забирать свои орхидеи. Мы тоже выиграли парочку небольших призов. Ну, в общем, смотрите, какие цветы огромные. И тут королевы, да? От миниатюрных. Я не буду уже снимать каждую в отдельности. Ну, вот первое место, да. Видите, всегда играет значение какая орхидея, какой цветок круглый по форме и должен быть плоский. Ванфас, да, так сказать. Ну, в общем, вот это вот заняло первое место. Какая орхидея? Вот это вот заняло второе место. Должна быть красивая тоже постановка цветов. Вот видите, вот здесь, например, один цветок перевернут. Все, для судей это не работает. То есть цветы должны быть красиво расположены. И вот это вот заняло третье место. Малышка. Конечно, можно
и спорят. Каждый свое мнение высказывает, но здесь вот уже побольше. Это была одна секция, видите, здесь вторая секция, чуть-чуть побольше, там еще больше, там еще больше. Ну, в общем, в этой секции вот это первое место заняла. Красивое, конечно, расположение цветов, красивая форма. Вот это заняло второе место. Моя красавица ничего не заняла. И третье место заняла это член нашего клуба. Обожаю желтые цветы. Красивая. На мой взгляд, очень красивая. И форма, и цвет. Обалденная. Это следующая категория, уже побольше. Вот это заняла первое место. Смотрите, сколько. И вот впереди нее, да, вроде бы такая же самая, но тут, наверное, смотрели все. Конечно, судейство продолжается не один час. И пока-пока. Ну, у каждого свое мнение, еще раз повторяюсь. Вот это заняла второе место. Какой цвет, слушайте, обалденный. Темный-темный. Камера как-то осветляет. Прям темный. Ну и вот на заднем плане третье место. Вот не знаю, вот на мой взгляд, и вот это вот очень красиво, и форма. И цвет. И это. Ну, в общем, все красиво, правда? Это следующая категория. Семи-альба. Больше. Получается 110, то есть 11 сантиметров цветы. Ну, вот видите, потому что по категориям, когда это все вместе, конечно, очень сложно. И сейчас начинают делить уже по категориям, потому что все хотят участвовать в выставке. И маленькие, и большие. Это, конечно, малышка здесь затерялась. Мне кажется, она здесь не по размеру. Так, ну вот кто второе место занял у нас. И третье место. Огромный. Просто цветы, наверное, если в развороте, наверное, все 20 сантиметров. Обалденно огромная. Смотрите, какая полянка. Полянка, полянка. Да, ну вот начала я, да? Теперь уже не закончишь, называется. Это, конечно, Дона Кимура. Она очень выигрышная. Ее любят судьи. Очень красивая. Котлея. Первое место. Кто у нас второе место занял? Я, ага. Не нашла. Это кто у нас? Это тоже, кстати, Дона Кимура. Смотрите, тут какую подделку. Кто на что гораст, называется. Здорово. Ну и третье место у нас. Ищем желтую ленточку. Вот как вот можно было, да, вот с этого вот всего выбрать три. В общем, вот это вот заняла третье место. Это чемпионы. Чемпионы шоу. Grand Champion. Дендробиум.
Вот такой вот дендробиум. Очень плотные листья у него. Прям видно, да, такие. Вот ванда стоит рядышком. Прям вот плотные листья, такие как у ванды. Такое красивое пышное цветение. Я, как обычно, думала, что я ничего не буду покупать, но, конечно, я купила. Так, ладно, это вот первое место, это резерв чемпион. Это, конечно, этого дядечки. Я вам говорю, что у меня был такой вот, ну, не знаю, сказать, что в шоковом состоянии я была, я не знаю, ну, я... Такие просто ванды, наверное, не видела. Они так плотно листья растут. И такие все чистые, красивые. Цветы обалденные. Просто он их когда выстроил, так вот, когда он только приехал, наверное, горшков 10 выстроил. И я обалдела. И это лучшая природная орхидея. Педилум. Вот выбрали, да, со всего шоу. Выбрали вот такого малыша. Покажу еще одну секцию. Пока что еще не начинается призовые места рассказывать. Думаю, ну вот покажу. Вот первое место заняло вот это вот. Фред Крэл Кларкиара After Dark на два цветоноса. Это второе место. Огроменный просто. Растит еще один цветонос сзади. Какие цветы огромные. Тут и лекасты, и зигонизия. Красивые, очень крупные цветы тоже. Это моя. Мне кажется, что она только сегодня так вот открылась. Она все-таки в пятницу не была открыта. Цимбидиумы. Еще морковки. Это третье место заняло. Длинный цветонос. Очень красивые цветы расположены. Тут такая секция дендробиумов. Первое место. Первая синяя ленточка, чтобы вы понимали, красная – это второе место, и желтая ленточка – третье место. Поэтому, если я что-то не скажу, вы уже будете знать. Дендробиум Анне Роуч. Насколько красивое тоже чистое растение. И цветонос в конце. Подарок. Это третье место. И вот там вот второе место. Тоже темный. Это группа малышей. Маленькие дендробиумы. Все должны участвовать, все должны принять участие. Каждый должен поулыбаться.
Это, наверное, альбовская форма. Обожаю белые цветы. Первое место вот это. Это второе место. Красивый длинный цветонос. В общем, вот так вот у нас происходит шоу. Это первое место, это второе, и вот это третье. Насколько красивый цветонос, какие огромные цветы у этого дендробиума. Ну вот видно, конечно, сразу, когда стоят разные, да, дендробиумы, сразу как-то вот так вот смотришь, и можно определить, что и как, какой красивее, какой некрасивее. Ну, на мой взгляд, они, конечно, все заслуживают награды. Какой насыщенный цвет, красивый. Обалдеть. Вот так вот выглядит этот вот бульбаши. Красиво, какое третье место занял. Ой, слушайте, конечно, рассказывать и рассказывать, да, это самый плохо пахнущий. А нет, кстати, это не он, это гибрид. Ну да, у него и цветы поменьше. Я остановилась и понюхала. Запах не такой, конечно, как у его родителя. Вот второе место занял. На коряшке тоже, как мне нравится. Бульбофилум Элизабет Н. Красивые длинные цветы. Насколько разнообразие, конечно, это что-то. Природа, конечно, создала такую красоту. Ну, да, листья, конечно, можно было почистить. Но, слушайте, есть разные выращиватели орхидей, так сказать, поэтому кто не обращает внимания на это. Главное, чтобы не было всяких насекомых, больных растений. Ну, конечно, должны быть чистые, должны быть ухоженные. Ну, вот так вот кто-то позволяет себе принести вот такое вот. Это, кстати, моя Джуди, которую я вам показала. Это ее фрагмопедиум. Вот я вам показываю, вот в каком состоянии у нее орхидеи. Это вот они вот в таком вот все состоянии. Все красивые, ухоженные. Заняла первое место. Это, кстати, ее тоже. Я знаю, что это ее фрагмопедиум Green Hornet. Огромный куст. У нее 5 больших теплиц. Это моя мечта, побывать у нее в гостях. Ну, может быть, когда-нибудь это случится. И третье место. Какой огромный. Смотрите, цветоносов сколько. Очень высокие. Большие цветы. Кстати, эта группа
пафиопедиумы и фрагмопедиумы, но это гибриды. И вот третье место занял вот этот пафиопедиум. Какой красивый на заднем плане. Ну, видно здесь, конечно, что в родителях пафиопедиум Чарльз. В общем, поняли вы меня, да? Второе название. Очень глянцевый, большой такой цветок. И парус, конечно, от этого родителя. Ломать язык, конечно, не получается. Какая листва? Обалдеть! Красивые. Ну, а тут это моя. Вы ее видели? Катлея лабиата. Очень мало сейчас природных катлей. И второе место заняло... что это у нас было? Лаелия ундулата. Очень мало сейчас природных катлей цветет. Ну и вот, нам так посчастливилось, да, мы заняли первое место. Обалдеть. Здесь. А, ну первое место занял это чемпион, я вам показывала. Вот второе место и третье. Одинаковые. Лопоухие такие, да, как опущенные ушки, смешные пафиопедиумы. Ансидиумная группа, первое место, Шерри Бэби, всегда выигрышные, конечно, цветы и очень приятный аромат. Второе место тоже очень такая нежная. Очень нежная орхидея, красивая. Какие крупные цветы. Обалдеть. Талумния, да, наверное, какая-то? Нет, я даже не знаю, что это. ZLM Lis. Не знаю, что такое ZLM Lis. В общем, вот такая вот тут красотень. Такой вот карнавал орхидей, карнавал красок. Я, наверное, никогда не болтала, но вот что-то я решилась разболтаться, я не знаю даже, но посмотрим, запишется, не запишется, понравится, не понравится. Ну, в общем, вот так вот. Болтуны мужики, все болтают, кричат, обсуждают, кто что выиграл. Это первое место, кстати, я вам показываю. Это здесь, кстати, группа крапчатых. Ну, так мне, наверное, было, надо было свою крапчатку сюда поставить. Ну, в общем, она у меня там тусуется, я так поняла, что не вписалась, наверное, она. Первое место, смотрите, Rustic Spot. Кто у нас здесь? Ну да, наверное, мне надо было сюда мою поставить. Что-то она там... Ни к селу, ни к городу, да. Ну, в общем, когда приносила, меня туда направили, я там и поставила. Смотрите, какая красота, какие колокола. Это не колокольчики, это колокола просто. Огромные просто цветы. Что у нас заняло второе место?
Вот эта красавица на два цветоноса. И третье место. Jungle Queen. Вот это, наверное, старый цветонос, а это, наверное, только открылся. Новые цветы видно. Красивые, конечно. Я не видела таких еще колоколов. Красивый тоже гибрид. Чем-то напоминает мне мои цветы. Это здесь другая секция. Я так понимаю, что здесь чоколадроп участвовала. Ну да, вот гибриды здесь тоже, наверное. Чонгол, Ни. Везде, наверное, участвовали чоколадропы. Интересная расцветка. Ну и вот я дошла до Best Specimen. Specimen Champion. Считается большое, самое большое, цветущее, красивое растение. Красиво, да? Что интересно, что она заняла третье место в этой категории. Первое место заняла вот эта котлейка. О, это заняло третье место. Смотрите, какие цветоносы. Какие мощные цветоносы. Обалдеть. Ну, тут, конечно, и туберидии огромные. Буду я заканчивать уже. Все собираются. Сейчас будут награждать. Я даже успела вам что-то показать. Не знаю, будет слышно, не слышно. Что вы мне кашляете? Ой, слушайте, как красиво. Красиво, красиво. Какие букеты. Хочется вот такого вот размера, да, теплицу и ходить и наслаждаться. Но мечтаем, мечтать не вредно, вредно не мечтать. Поэтому мы будем мечтать. Всем добра и света.